Появление женской команды среди наших команд – это следование, с одной стороны, мировой практики, европейской практики, с другой стороны, это ответ на запросы наших болельщиков, наших спортсменок, которые хотят заниматься футболом, и сейчас они получают эту возможность в наших рядах. Мы уверены, команда будет выступать на самом высоком уровне, оказывать очень хорошие результаты и в перспективе будет являться одной из команд, откуда будет черпать свои кадры сборная нашей страны. Не случайно мы попросили возглавить нашу команду тренера наивысшей квалификации, в прошлом замечательную спортсменку, тренера национальной сборной Елену Александровну Фомину. Наше предложение было принято с благодарностью. Я уверен, что уже в ближайшее время нас ждут успешные выступления, удачные игры и развитие этого направления в рамках нашего клуба. И мы будем рады пригласить на игры нашей женской команды, наших болельщиков, посмотреть на выступления девушек, посмотреть на женский футбол и болеть за нас.